Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Седи Осман и Эбру Шахин вошли в нашу жизнь как пара, которую мы очень любим и ценим. Воссоединение двух любящих людей праздновали все. Однако в конце их отношений возникли серьезные проблемы, и на первый план вышел развод пары. Между тем выяснилось, что Акын Акинозю не устраивает отношения Чеди Османа с Эбру Шахином. Акын Акинозю попросил Чеди Осман и Эбру Шахин развестись, чтобы их отношения не испортились. Это требование Акына Акинозю заставляет обе стороны приложить усилия для решения своих проблем. Акын Акинозю знает, что обе стороны очень расстроены этими отношениями и хочет помочь обеим сторонам жить дальше. Акын Акинозю знает, что развод пары – это крайняя мера, и хочет, чтобы обе стороны деликатно относились к этому вопросу. Причина этой просьбы Акына Акинозю в том, что обе стороны счастливы и продолжают свою жизнь. Акын Акинозю хочет, чтобы обе стороны приложили усилия для решения проблем в этих отношениях. В этой просьбе Акын Акинозю просит обе стороны выслушать и понять друг друга и не продолжать отношения. Акын Акинозю подчеркивает важность урегулирования этих отношений обеими сторонами и прилагает усилия для их решения. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Седи Осман и Эбру Шахин вошли в нашу жизнь как пара, которую мы очень любим и ценим. Воссоединение двух любящих людей праздновали все. Однако в конце их отношений возникли серьезные проблемы, и на первый план вышел развод пары. Между тем выяснилось, что Акын Акинозю не устраивает отношения Чеди Османа с Эбру Шахином. Акын Акинозю попросил Чеди Осман и Эбру Шахин развестись, чтобы их отношения не испортились. Это требование Акына Акинозю заставляет обе стороны приложить усилия для решения своих проблем. Акын Акинозю знает, что обе стороны очень расстроены этими отношениями и хочет помочь обеим сторонам жить дальше. Акын Акинозю знает, что развод пары – это крайняя мера, и хочет, чтобы обе стороны деликатно относились к этому вопросу. Причина этой просьбы Акына Акинозю в том, что обе стороны счастливы и продолжают свою жизнь. Акын Акинозю хочет, чтобы обе стороны приложили усилия для решения проблем в этих отношениях. В этой просьбе Акын Акинозю просит обе стороны выслушать и понять друг друга и не продолжать отношения. Акын Акинозю подчеркивает важность урегулирования этих отношений обеими сторонами и прилагает усилия для их решения. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.